платим, во-первых, за эту учебу, следим, чтобы как бы училась хорошо. Главное, знания, чтобы были. Всячески помогаем. Я преподаватель высшей школы, я им помогаю всем, чем могу, своими знаниями. На спортивные занятия вожу, уроки помогаю делать. Ну, они сами справляются, я просто контролирую процесс, когда родители заняты. Я бабушка. А взрослый человек, родители, должны себе задавать его сами. Слишком помогать тоже нельзя. Нужно быть постоянно рядом, я считаю, и немножко поправлять, потому что с опыта прожитых лет, как правило, взрослый человек видит, что в дальнейшем может быть с его ребенком. Я им не мешаю и общаюсь с ними откровенно, аккуратно и спокойно. Поддерживаю во всем. Участвую непосредственно каждые выходные дни. Они нам уже в развитии помогают, но материально, конечно, никто не отказывается. Материально все-таки бабушки, дедушки помощь какую-то оказывают.